Мы готовили эту программу несколько месяцев. Конечно, в мастерской творится невероятная атмосфера, творческая, мощная энергетика. Светлана очень талантливый человек, очень, очень общительная, талантливо, очень хорошо объясняет. Я люблю свое дело и чувствую его насквозь. Я каждый этап просто переживаю от начала до конца, прокручиваю в голове. Это человек с большой буквы. Я не постесняюсь и не побоюсь этого сказать, потому что действительно так. Потому что тому, что она дает, и то, что она умеет, это действительно просто фантастика. Каждый раз, видя ее записи, уроки, вебинары, всегда удивляешься то, что она создает и придумывает. Сегодня мир так устроен, что все просто бежит таким бешеным ритмом, и в наши дни нужно обязательно обучаться, чтобы догонять его, чтобы хотя бы просто бежать на уровне. А Светлана все показывает, объясняет, рассказывает. Открытая, честная, в плане каком честная. Часто попадаешь на живой мастер-класс, и мастера не хотят рассказывать каких-то своих секретов и так далее. Светлана не скрывает ничего, все, что ты спрашиваешь, она тебе все рассказывает. Вот такая легкая, творческая, в общем, замечательная. И каждый проект, каждый мастер-класс – это для нас что-то такое, что позволяет нам развиваться самим. Мы сами идем каждый раз на какую-то ступенечку выше и выше, и это очень здорово. Наша команда – это как единый организм. Мы все вместе идем к какой-то цели и добиваемся ее. И каждый проект – это, конечно, результат всей команды. Со Светланой мы знакомы уже около 5 лет. Общаемся каждый день. С утра мы проводим планерки, а вечером мы обсуждаем, как прошел день. Я со Светланой работаю уже 2 года. Она для меня, с одной стороны, как мать, а с другой стороны, как уважаемый директор. К мастер-классу мы готовимся тщательно. Разрабатываются цветы, просматривается рынок, то есть какие цветы актуальны, цветовая гамма, какие формы. Сам цветок, всю сборку тщательно и затем уже преподаем. Каждая женщина, которая приезжает, она уже молодец, потому что она сделала свой шаг, она шагнула к целям. Ученицы все очень разные, объединяет их то, что они хотят делать эти цветы, хотят развиваться, стремятся познать что-то новое. Потому что эмоциями заряжает, то есть поговорив с ней, даже просто видео посмотрев ее урока, можно себе найти силы идти дальше, понять, да, я правильно выбрала это, а не то иное, и идти только вот вперед. То есть она зажигает своей положительной энергией в полном объеме. То есть эмоции только положительные, и хочется творить. То есть она сама дает искорку тому, чтобы не делать по шаблонам, а даже что-то придумать свое. Каждый проект, каждая идея – это, конечно, колоссальная работа. Это огромный объем. Я получила некоторые советы для начала ведения своего бизнеса в этом направлении, такие как по поводу Инстаграма, как правильно завести страницу, с чего начать, как сделать себе контент, чтобы и продвигать как свою страницу, где искать клиентов, как себя предлагать правильно в тех же там торговых центрах для оформления там витрин и так далее, не только то есть для свадьбы. В плане аренды много информации. И, конечно, это же гордость нашего труда, что мы видим результат нашей работы. Первый раз пробовала в тренировке без урока, а просто по отзывам. Плюс композицию пока не доделала. Сегодня вот у Светланы спросила мнение, она мне подсказала, как правильно сделать. Из фантазийных цветков детскую фотозону. Думаю, в ближайшем будущем реализую. Ну и небольшие светильники, опять же, розы, сделаны по урокам Светланы. Конечно, никто не говорил, что будет все легко. Каждый этап – это определенные сложности, но это тоже очень здорово. Ты растешь, ты с помощью этих сложностей приобретаешь какие-то новые знания, навыки, и в этом тоже есть определенный вкус, интерес. От мастер-класса всегда получаешь положительные эмоции, потому что ты заряжаешься, наверное, на год вперед. Заряжаешься энергетикой людей, которые здесь присутствуют, она всегда положительная. Заряжаешься всегда от самого мастера Светланы, потому что она всегда готова передать все свои знания, навыки и эмоции теплые. Ты уезжаешь, не знаю, на таком заряде, позитиве, всегда довольный, в общем.
Тут сейчас сидели и думали, когда в августе или все-таки в июне. Очень хочется еще раз попасть на мастер-класс Светланы. Конечно, приятно видеть вновь и вновь своих учениц, которые приезжают ко мне на новые программы. Муж немножко скептически относится, не возмущается. Электрику делает. Все, что касается труб, тоже помогает. Главное, твоя цель, твоя идея, к которой ты идешь и хочешь ее реализовать, потому что ты горишь этим, хочешь, живешь этим, мечтаешь, чтобы этот проект у тебя реализовался. Светлана очень интересный человек. Мне нравится задавать вопрос именно Светлане, чтобы услышать от нее ответы. Не услышать, увидеть. Она руками подошла, все сделала, и все сразу стало понятно. Это самое главное. А самое важное и ценное – это саморазвитие. Вкладывайте себя, учитесь, развивайтесь. И неважно, где ты находишься, где ты живешь. Главное, чтобы ты встала и начала делать это сегодня. Светлана очень отзывчивая, всем помогает. У нее терпение ангельское. Кажется, что все ее дергают. Но она всем объясняет, все очень доступно, все очень понятно. И даже я, как не имея опыта, вроде неплохо все получилось. В этом году мы планируем выпустить еще одно новое печатное издание. Все, что происходит в твоей жизни, это результат твоей деятельности. Хотелось бы профессионально попробовать заниматься. До этого опыта у меня, конечно, не было, но будем пробовать. Будем еще приезжать на мастер-класс. Знания о ведении бизнеса, наверное, не бояться. Надо дерзать вперед, развивать в социальных сетях свои странички. Не нужно создавать цветы и складывать их дома. Нужно их показывать всему миру, рассказать о том, какую красоту вы сделали. Покажите их, расскажите всем с теми чувствами, как вы их любите, как дорожите, как вы прочувствовали вот этот момент сборки этих цветов, да? Они вам ценны, очень дороги. Донесите это людям, и тогда они будут у вас их покупать. Если появляются мечты, то, конечно, и появятся силы, чтобы реализовать эти мечты, чтобы они были очень красиво реализованы. 1, 2 и 3 июня в Москве состоится новый мастер-класс. Мы будем делать большие цветы и декорации. Зарегистрироваться на мастер-класс можно на нашем сайте svetakoptseva.ru.